Хола-бола, криптокачани. І так, друзяки, ща ми назбирали вже 20 тисяч цих гемів, і так як я і обіцяв, зроблю швидкий обзор. О, ще боксики підспіли. Так. Сейчас подъедем, подсобираем. Итак, у нас 101 крутка, у нас получается, то знаю я, что это мой профиль. У нас гемов 20200, TRC 5 штук и 85 сотых, и ASA 127,5. Вот это зафиксируйте себе, и когда сделаем 100 круток, получается, надо будет посмотреть, что да как. Самое большее, что я хочу, это чтобы NFT-машинок нападало. Вот, поэтому крутим. Мне нужны NFT-машинки, потому что с них неплохо, с них их можно прокачивать. Так, ASA 191, поехали дальше. 100 круток у нас будет, видео будет длинное, я так понимаю. О, один эйс. Вообще бомба. А где же NFT-машинки? Нету в крутках NFT-машинок, а были раньше. Какого хрена? Жесть. Ну все, это перестает быть интересным. Потому что если нету NFT-машинок... Раньше, когда я крутил, были NFT-машинки в крутках, а сейчас нету. Вообще. Чё они отсюда в NFT-машинки забрали? Да, всё. Это, ну, короче, неинтересно. Ну, неинтересно, честное слово. Потому что я думал, я со 100 круток там вытяну хотя бы себе NFT-машинок там, чтобы больше гемов зарабатывать. Потому что каждую NFT-машинку можно прокачать на энергию. И получается больше вытягивать гемов ежедневно. Но они, наверное, эту фишку поняли. И получается забрали NFT-машинки из круток. Забрали. Гемы падают. Оставили только TRC. Оставили эфир. Оставили... Что там, Солану или что это там, мне не успел заметить, пролетело. Оставили Ace, ну и оставили, получается, редкие какие-то там кусочки NFT-шек. Осколки эти. Эйсы. Ну, будет больше круток, чем 100, потому что гемы тоже падают. Поэтому будет больше, чем 100 круток. Эйса. Ну, тоже. И это выпадение тоже рандомное, да? Сначала 190 этого эйса упало, а сейчас... Падает там, ну, вообще по крополю. Опять же, напишите в этом. Этот эйс, он вообще уже торгуется где-то или нет? Или они только планируют его? Так. Блин, ну как же они так машинки-то... Убрали. Наверное, еще раз давайте выключим, включим. Может, появятся машинки. Не, нету. Печаль, тоска. Печаль, тоска. Ну да, круток получится больше 100. Потому что гемы падают. Ну, хорошо, вот выпадает эйс, выпадает ТРЦ, выпадают гемы. Но мы
машинки убрали. Опять же, этого Эйса, видите, сыпят, получается, но выйдет он, не выйдет. Будет ли он торговаться, не будет. Ну, такое себе, честно вам скажу. Понятно, что биткоин там или эфир вытянут шанс минимальный. Опять эти эйсы. Ну и вот эйса там по два. А потом я уже буду дома и подсчитаю, да, отниму то, что у нас было в начале, то, что мы вытянули, и подсчитаю, сколько получилось у нас. Не знаю, эти NFT-картинки потом, если соберешь, можно будет продать, нельзя. Насколько эта игра будет популярная, будет ли она вообще популярная, нужны будут ли эти хомячки, блядь, кому-то. Ну, такое, чисто ради развлечения, немножко отвлечь голову. Как бы можно поиграться. Но то, что они машинки выкинули из этого, это, конечно, печаль. Это очень печально, вам скажу. Прям катастрофически для меня. Я думал, я из 100 круток там хотя бы с 5 машинок смогу вытянуть. А получается, что нихера. ТРЦ этот копейки стоит. Опять же, если у них блокчейн сейчас тут в игре не поломанный, ты можешь этот ТРЦ выводить. Я тогда же делал видео, смотрел. Оно там что-то пару центов стоит. Что-то 6 центов или что-то такое. Там, ну, вообще копейки. Так что я не знаю, удастся ли за прем отбить, получается, прем. $10 он стоит. Вот. Удастся ли отбить его? Да. И же получается нельзя останавливать. Там, или нажать, могли сделать, чтобы сделай, ну, как бы все прокрутки автоматически. На каждую прокрутку надо тыкнуть. ТРЦ. И... Ну такое, игра как игра, скажем так. Но все равно, кто играется в нее, я вам советую собирать большие объемы, потому что рандом обычно работает таким образом. В моменте, то есть лучше рандом крутить в моменте, да? Потому что у него есть какая-то процент, ну, какой-то процент заложен там шанса, да? И когда рандом крутит, 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 выкидывает много одинаковых, все равно рано или поздно он как бы даст, получается, что-то редкое, да, то, что заложено тоже в шанс. Поэтому крутить эту рулеточку лучше подряд, там сразу 100 круток. Не крутить вот это там насобирал 1000 и прокрутил там 5 круток, нет. Лучше вот так вот по 100 сразу крутить. Больше вероятность того, что что-то выпадет. Если, конечно, оно там вообще заложено, это выпадение чего-то там хорошего, да? Потому что, может быть, вообще не заложено ни хера. Поэтому такое дело. А что там еще, кроме биток? Биток, эфир и Солана вроде, да? Вот тот значок такой, восьмерочка, вот это вот, что пролетело только что. Солана вроде, если я не ошибаюсь, но нельзя покрутить. В
Вот пробежала Солана, походу, да, вот это. Я просто эти щитки не торгую, то я не знаю так приблизительно. Помню, что значочек вроде Соланы такой. Так, ну половину прокрутили, то есть видео будет на 20 минут. Блин, жара такая на улице. Ребята, я подкручу кондиционер, будет немного шумно, но я умираю. У нас 28 градусов жары сейчас. Я просто сейчас сдохну в машине. Блин, даже сраные Соланы не даст один кусочек какой-то, да? Хотя Солана там, она сейчас уже немного стоит. Только ТРЦ этот галимый дает, который по 6 центов. Там бы, я не знаю, 0,03 Соланы бы дала для приличия, что ли. Ха-ха-ха, возле биточка пролетела. Так, ну приближаемся к концу. Вот опять возле Соланы пролетает и не хочет давать Солану. А, опять возле битка. Ну красиво сделали, красиво. Ну вот почти биток. Вот почти битка мы тебе насыпали. Вот почти Соланы насыпали, да? Ай-яй-яй, какие ж подлецы. Просто. Оп! Не! И бокс тоже с эйсом мы тебе не дадим. Один эйсик. Не, ребята, когда нету какого-то в проекте какого-то четкого понятия, сколько ты можешь заработать на проекте, не знаю, стоит ли заморачиваться с этим проектом. Я вот это до конца месяца
поиграюсь еще, если удастся насобирать на 100 круток, да, еще раз 100 круток сделаю, вот, и посмотрим, выпадет ли что-то интересное. Но я смотрю, походу ничего интересного не выпадет нам сегодня, потому что уже 4000 осталось гемов, а, ну, вообще, как бы, я смотрю, шанс выбить что-нибудь хорошее, кроме вот этих ненужных осколков NFT-картиночек этих, да, ну, просто минимальный шанс. Наверное, там 0,01% выбить биток, 0,02% выбить эфир, и там 0,03% выбить солану, да. Видите сами, что оп, пролетело. Так, хорошо, попробуем закрыть. Я не знаю, поделать какие-то манипуляции. Вернуться, опять открыть это колесо. Потому что очень часто попадает на этот один эйс. Очень часто. А как я вижу, распорядок... Распорядок меняется после перезахода в фортуну. Порядок картинок, вернее. Ну вот и что, оно крутит, прокручивает на 360 градусов и на то самое падает. Ну, опять эйс. Не, ну это никуда не годится. Вот видите, порядок опять поменялся. Перемешались, получается, картинки перемешались. А сейчас посмотрим, теория верна или нет. Ну не до конца, чуть-чуть до Соланы, одну круточку не до... Вот это же вот Солана по правой стороне от картинки, да? Я так думаю, что это Солана, да? Поправьте меня, если кто знает значок какой крипты, вот это вот справа, где я сейчас тапаю, где вы видите кружочек. Эйса. Опять эйсы. Давайте еще раз перезайдем. Ну, машинки убрали. Машинки убрали, и это печаль, тоска, конечно. Большой бокс с эйсом пролетело, да? О, наконец-то ТРЦ выпало. То давно он уже не падал, этот ТРЦ. Мало эйса, да? Сам эйс. Ну, короче, заточено, чтобы вы за месяц не вытянули больше, чем вложили. Все, что могу сказать, я так думаю, что где-то 120 круток мы сделали, потому что поначалу много гемов выпадало. Ну, может, где-то 110-115 точно. Все, последняя крутка. И проскочило много эйса и дала опять эту пердушню. Все, на этом закончим. Давайте войдем в профиль и посмотрим. ТРЦ у нас стало 28.80, эйса стало 467. У кого есть время, прошу, пожалуйста, зайдите
В начало ролик прокрутите и в конец отнимите одно от другого и посмотрите, сколько мы вытянули за 110 круток. Возьмем как бы, возьмем 110 круток, не 120, а возьмем 110 круток, как будто бы мы сделали, вот. И просто интересно. Все, спасибо за внимание. Делал это для вас специально, чтобы посмотреть, можно ли что-то вытянуть. Так, а как тут посмотреть, до какого числа у нас премиум? До какого? Премиум же еще есть? Да, есть, потому что быстрая перезарядка рюкзаков. Магазин, наверное, да? До 24.04. А сегодня у нас... А, Томатик. Все. Биткоин, эфириум и матик можно вытащить из боксов. Из крутки, повышенные шансы на NFT. Ace и TRC можно вытянуть. Все. Больше ничего. До 24-го. Сегодня у нас 6-е. Ну, по идее, я бы должен был бы еще успеть за 2 недели собрать еще на 100 круток. Вот. Так что прошу, пожалуйста, посмотрите. Отнимите, додайте, что мы там накрутили с вами. Вот. И этот самый. И подведем итог, так сказать. Потому что я буду дома очень глубокой ночью. Вот. И не знаю, будет ли у меня время на то, чтобы подсчитать.